Всем привет, ребятки, с вами я, Дима, и это вторая часть моего моего летнего летсплея. Напишите в комментариях, кто я еще раз таки. Если вы угадаете, то я вам сделаю сигнал и на ютубе объявлю то, что вы самый лучший, короче. Ну и сегодня в этой серии будет у нас... я вам покажу и уже буду делать то, что я еще не доделал. И я вам покажу то, что я уже без вас сделал. Так что первым делом я вам покажу дом. Что у меня в доме изменилось. То есть вот, как вы помните, его без стекол, но он уже со стеклами. Без второго этажа вы его помните. То есть он просто был обычным домом с крышей. Вот с такой. Здесь у меня склад, кстати, на чердаке. Ну, это типа чердака. Здесь печка и восток. Здесь как бы центральная такая комнатка. И здесь вот я огородил себе территорию под кактусовую ферму. Ну, что-нибудь придумаю, чтобы красиво было так. Ну, и в творческом мире. Ну, и в творческом я вам покажу. Что я еще сделал? Так это вот эти вот, ну... забор. Здесь как бы центральный вход. В заборе, кстати, есть лазечки. Я его, правда, не доделал еще. Он будет вести в шахту, но зомби как бы через эту лазечку не пройдут. То есть вот, сейчас я вам покажу. Вот эту часть я сделал всю. А вот слева там она не вся сделанная. То есть вот здесь уже она обрывается, и она будет... сделаться, еще строится, и вот она шахта. Здесь я, конечно же, все вот это вот уберу и поставлю здесь ворота, и вот эту вот всю землю тоже уберу, чтобы на мою сторону никто не пробрался. Очень длинный путь, но что поделать. В целях безопасности это все надо. Кстати, вот она еще вторая будет шахта. Я ее сделал вот. Ну, вот так вот вход. Ну, вот сюда. То же самое сделаю. Вот, видите, здесь, ну, например, нельзя пройти, да? Вот так вот просто проходите, да, и все. Глина нахрен не упал. Давайте сейчас погоду изменим. Ясно. И далее время, день. Ну, это так день, но уже он близится к вечеру, вот так. Все, установлено время. Сейчас я, короче, добуду дерево и включу. Так, ребятки, я уже добыл деревце. То есть я не в гейммоде был, я ничего не делал вообще. И у меня уже немножечко подлагивает. То есть вот палку он видит, а обычную такую, ну, обычное дерево он не видит. Лаги начинаются. Блин, нахрена я это сделал. Все истребили мостак. Сейчас пойдем доделаем забор. Ну, может быть, мы его доделаем, может быть, нет.
То есть будет еще в зимнем биоме летсплей. Ребят, если наберете много лайков, то будет очень много летсплеев. То есть в зимнем биоме, там зимний летсплей. Все решает ваши лайки. Этот летсплей, конечно, не буду забрасывать, но все же. Подумайте на это. И мне здесь дело не развернуться, но сейчас я все доделаю и вам покажу, как я здесь все сделал. Все, ребятки, я доделал. Смотрите, как получилось. То есть вот мы идем. И вот так вот заборчик у нас идет. И вот здесь вот такая вот, ну, вот такие вот ворота. Открываем и заходим в шахту. Сундуки я потом здесь поставлю, типа базы. Потом мне это надо все будет осветить. Факела нужно будет. Очень много факелов. Но я это освечу уже без съемки, без всего. Я это все освечу. Но начну, конечно, неверно. Освечить со съемкой. Да, у меня угли есть. И сейчас мы давай факелы. Больше. Вот так. Ребят, что это было? Я не понимаю, ничего не слышно, честно. Я был день в Майнкрафте. И дождь переключу. Вот так вот у меня будет получаться. То есть сейчас я пойду в шахту добывать. Вот так, ребята, у меня своя тропинка в шахту, у меня все свое. То есть, ребят, нормально я все сделаю или нет? Поставьте лайк, если нет. Мне кажется, то, что я все нормально сделаю. Это что-то наверху. Где вот? Стригут, может быть, что-то. Извините, если вы слышите постоянно шумы и звуки, но я вам кое-что сейчас скажу, потому что, блин, у меня молния летает в 5 утра, даже, наверное, в 6. То есть я это видео вот записываю в 6:17.
И у меня молния летает. Я не знаю, к чему это. Сколько там накипело? Какого они здесь делают? Надо будет как-нибудь зайти в картинку, отключить. Ну, сейчас с креативом, ребята. То есть некоторые строят все с креативом, а потом говорят, что я не помню, как это говорил. Я начинаю освещать первую сторону, а потом уже вторую начну делать, уже как-то освещать. Я сейчас освещу больше, чем, наверное, половину. Блин, нахрена я их поставила. Ребят, короче, сейчас я это половину освещу. Ребят, я осветил. Сейчас я вам покажу, докуда у меня вот эти вот 2 кило дошли. То есть вот этот вот мост я уже точно прошел. Ну и вот до сюда у меня не дошли. Еще немножечко. Ну, как немножечко, ну, еще где-то стак, то тогда бы у меня еще остались бы факелы. Ну, если вам, ребят, понравился мой дом, поставьте лайк, подпишитесь. Ну, а с вами я был, ну, а с вами был я, Дима. Всем спасибо за просмотр, всем пока.